подъемник взбесился. На популярном горнолыжном курорте Гудаури в Грузии получили травмы десятки людей. Канатная дорога вышла из строя. Прыгай, стой, Юля! Стой, стой, стой! Прыгай, Юля, прыгай! Юля, отходи! Судя по видео, которое выложили все эти очевидцы, лыжникам и сноубордистам приходилось самим спрыгивать с большой высоты. Кресла скатывались по канатной дороге и врезались друг в друга. Некоторых туристов выбрасывало из них на большой скорости. В соцсетях пишут, что пострадавшие получили серьезные травмы, в частности переломы ног. Некоторые очевидцы даже говорят, что есть погибшие, но это не подтвержденная информация. Канатная дорога стала неуправляемой из-за сбоя автоматики. Нам удалось связаться с очевидцем этих событий. Ребят, смотрите, только что, буквально полчаса назад, произошла история. Это верхний подъемник в Гудауре на черной трассе. Он сейчас полностью включил реверс, обратно поехал. Смотрите, там полностью вся база побитая, дофигища людей госпитализировали. Не знаю, есть ли жертвы или нет. Сейчас людей снимают вот так вот с подъемников, смотрите. Вот так вот спасают их. Вон, смотрите, что случилось. Самой станции она вся разбита, и там была куча людей. Скорая, позабирали уже многих. Вот я только что сюда доехал. Сейчас будет последнего спасать с этой креселки. И вот там все креселки, они сейчас еще находятся с людьми. Они на большой высоте, сейчас доползают туда спасатели. И будут их спасать вот таким вот образом. МВД Грузии уже возбудило уголовное дело в связи с произошедшим коллапсом. Там раненые, да, только погибших нету никого. 15, по-моему, так говорят. Пока неизвестно, получили ли травмы россияне. Известно лишь, что пострадала беременная туристка из Швеции. Кроме того, в больницу увезли отдыхающих из Украины. Гудаури – это сравнительно молодой горнолыжный курорт, который находится в Казбекском районе Грузии. Самой главной достопримечательностью остается фрирайд. Спуск по целинным полям к этому располагает. И глубокий снег, и отсутствие камней на склоне, и низкая лавинная опасность. Нижняя станция подъемника находится на высоте почти 2000 метров, верхняя – около 3. Подъемники курорта могут одновременно обслуживать порядка 11 тысяч людей. И в описании на сайте курорта говорится, что механизмы выключают только по погодным условиям при очень плохой видимости или сильном ветре. И на случай их отключения от электричества канатные дороги оборудованы аварийными дизелями. Лыжный сезон в Гудауре начинается в декабре и длится аж до апреля.